Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы решили прогуляться с Максом. Всем привет! Вообще, да, вот, короче, Макс. Мы решили прогуляться по нашему району и пофоткаться около таких машин, которые очень, так сказать, редкие, из Советского Союза. Как вы уже видели, была копейка, 99-я и не прочие... Было 99 вроде. Не было? Мы ее тупо проходили, мы УАЗик не сфоткались. Был. УАЗик был, но мы с ней не сфоткались. Был москвич ДСН-37. Точно. Вот. Так сказать, это еще не вся коллекция полного нашего района. Мы все фотки разместим, укажем место, где они находятся, чтобы каждый могли, кто хочет, с ними рядом сфотографироваться. И не надо говорить, что это тупо или как-то, не знаю, неадекватно фотографироваться с чужими автомобилями. Мне кажется, это наоборот. Как пиар. Пиар и заказывайте добавляет... Да-да-да-да-да. И это добавляет такой... такой, знаете... Изюминки. К каждому автомобилю свое внимание. Некоторые автомобили вообще просто гниют на улицах. Вот это меня больше всего поражает, что... Просто своих автомобилей, владельцы своих автомобилей просто берут и кидают свои авто. Мне кажется, это ничтожество. Ничтожно так. Вот мы сейчас идем, направляемся, просто гуляем по нашему району. Здесь, значит, у нас гаражи какие-то. Что-то раскинули. Че, куда пойдем? Туда проводишь меня. Потом шифтанешься. Шифтанусь домой? А, ну ладно, хорошо. Нет, ну я сегодня просто решил... Как понять, вырежу? Ты нет, я не буду вырезать. А, ну ладно. Не хочу. Мы просто уже прошли столько километров. Да, мы весь микрорайон просто обошли. В следующий раз я попытаюсь заснять полное видео, как мы гуляем. Если кому-то будет интересно, пусть смотрят, рассказывают друзьям. Мы хотим... У меня есть более часа такой большой обзор. Обзор на район. У меня была такая давно идейка создать какие-то обзоры. Сейчас у нас микрообзор. Небольшой, то есть... А в следующем будут вообще глобальные обзоры на наш микрорайон. Мы будем развивать автомобили в различных других районах, как Нефтяники, Центр. Ну и, возможно, Запад, Омск. Хотя нет, вряд ли. Не знаю. В общем, пока что мы решили остановиться на наших районах. Вот там у нас идет пешеход, и это, в общем, магазин «Лето». Сейчас выезжает какая-то машина здесь, не в тему. Пух летает вообще просто. Просто мы по всей улице. Мы видели более 20-30 машин различного года выпуска. А, ну круто. Короче говоря, это еще не конец. Ну вот, видите, мы сейчас вот видим, как вот стоит такая упёзданная. Вообще, машина такая жесть. Просто и шаха такая. Шаха, да, вообще классно. Очень красочно. Главное, что погода хорошая и позволяет нам снимать такие обзоры. 10 тысяч вкладчиков. Да-да-да-да-да, рекламка, кстати. Самое интересное, что на улицах нашего города автомобили вдруг начали включать свет. Фар. Ну вот, и это радует. Так сказать, тебя маловероятно, что тебя собьют. Но все равно надо быть внимательным и опасаться, даже на переходах. Это наш личный сталк по району. А, да, как бы мы через него часто ходим. Вот, сейчас будем переходить дорогу. И надо быть очень внимательными. Очень внимательными. Зачем переходить дорогу? Или мы тут пройдем? Тут пройдем. А, ну хотя ладно, тут пройдем, ладно. Лавочка для тех, кто любит посидеть. А, сейчас пойдем. И сейчас мы идем по такому пути, куда я живу. Да, он живет недалеко. И я решил немного проводить. До пешеходного перехода, а потом я сам пойду домой. Вот. И думаю, что будет нормально. Года дома просто проходит. Конечно. И потом шифтанешься. Вообще шифтанусь прямо быстро. У тебя погоня нет? Нет, вообще ничего, на нуле просто вообще сижу. Сейчас мы пойдем, ну, вон до того перехода. Если я смогу увеличить, я увеличу. Кстати, мы забыли вам показать, что мы здесь забирали Романа 4. А, да, кстати, это отдельная история о том, как один пьяный мужик, второй, как братья, как Никобелик и Роман. Была потасовка. Была потасовка, и он его все-таки запихал в автобус, а тот не хотел идти в автобус. Мы здесь вот обедали, шаурма, донер. Очень вкусно, нас накормили за 100 рублей.
Здесь работают девочки-нелегалы. И мне 13. Да, и, по-моему, мне 13, но там еще родители, как бы, ну, с ними все нормально там. Приготовили все нормально, даже кетчупа полили, даже еще и чай бесплатно дали, плюс чай. А потом мы просили... Приду, пожру. Да, придешь и покушаешь. Короче говоря, за второй чай они уже попросили 10 рублей. Что очень-очень смешно. Нас, как бы, это... Разочаровало, да. Прям как вот... Прям как в КРМП, знаешь, когда заходишь, вот, пытаешься зайти что-то купить, а тут бац, и такой облом. Вот, первый раз бесплатно, газеты. помнишь, когда вот мы тогда с тобой пытались купить что-то, ну, короче, это, и то же самое в перекраске, плати за бабки в GTA San Andreas, первый раз бесплатно перекрашиваешь, а второй раз уже за, ну, как бы за плату, за определенную, смотря на сколько ты распегачивал свое авто. Вот, мы почти дошли. Сейчас уже скоро будет зеленый, поэтому нужно поторопиться. Макс, 6 секунд, 5, 4, пошли, побежали. Давай, беги, пока. Пошли, пошли за мной. Нет, я тут остаюсь. Давай, пока. Ладно, пока. Все, он пошел домой. А мы пойдем обратно. Давай, бегом, тебе 10 секунд осталось. Вот, все, молодцы, мы его проводили. Сейчас сами пойдем домой. А задумайтесь, сколько тяжелых ДТП совершается по вине пьяных водителей. Пьяный за рулем – опасность для всех. Понятное дело. Вот таких бы билбордов побольше вешали. Ах. Просто удивляюсь. Иду и удивляюсь. Как так? Вообще просто... Просто немного странно. Но очевидно. Сейчас я пойду до своего дома. Здесь, значит, девятиэтажки, Лукашев сейчас 6. Салон Универсал рядом, вот рядом, причем здесь хорошо подстригают, мне нравится, хорошая парикмахерская, в общем, вообще идеальная, можно так сказать. Идем дальше. Значит, идем. Тихий, спокойный двор. Посмотрим, сколько время. А время у нас 22:13. Как бы это было видно. В принципе, нормально. А гулять можно, оказывается, до 11, что уже хорошо. А зимой до 10, а так до 11. Это такой, как бы, закон, я не знаю, там что-то, короче, придумали. В общем, хорошо придумали. Там какие-то пацаны играют, непонятно вообще, что к чему. Сейчас я дойду, покажу. Есть обувной магазин, ну, киоск. И еще есть очень вкусный киоск, так называемый, где продают булочки различные, которые можно купить. Самая вкусная фруктовая булочка за 7 рублей. Ее каждый раз не остается, потому что люди раскупают. Людям это нравится. Вот сейчас вот идем. Дальше идет Нива. Вдалеке стоит Нива. Она старого типа, потому что у нее фары как у шестерки. В этом прикол весь. Вон, все закрыто, блин, жалко, все закрыто. Сейчас бы что-нибудь купили, хотя у меня денег нету. Просто бы показал. Возвращаемся обратно. Нива вообще сама по себе прикольная машина. Вот это русский вездеход. Практически. Внедорожник очень хороший. Здесь дальше идет помойка. Она всегда заполнена, потому что мало когда разгружают мусор, и вообще это, по-моему, мало кого интересует, или сильно так быстро разбивается, что народу много, а помойка одна. Понятное дело. Какая-то собачонка стоит вдалеке возле машины. Сейчас поближе подойдем, мы как раз в ту сторону идем. Погода какая хорошая, вы посмотрите. Посмотрите на небо, вообще красиво. Мне очень нравится просто гулять. В общем, сейчас пойдем дальше. Че пугаешься, что я же такой найду? Так, дальше, значит, там за гаражи надо пройти. Здесь вообще гаражи. Наверное, каждый по ним лазил, кто здесь живет поблизости. Ну, не каждый, но большинство людей точно лазил.
А вообще здесь каждый раз что-то замечаю новое. Допустим, у этой машины номер 228. Прикол. Значит, мы уже почти близко подошли. Там вот такие вот кусты. Практически ничего не видно. Идем дальше. Смотрим. Вот такой вот ландшафт. А что, вполне неплохо вообще. Небольшая экскурсия такая по нашему району. Также будем снимать более лучшие обзоры. Вот, у нас здесь стоит копейка с номерами от СССРовских времен таких. В общем, мне эта копейка очень нравится. Напоминает такой, знаете, СССРский такой стайл. Сделано в СССР. Вообще классно. Так, значит, надо дойти до дома. И миссия удалась. Вообще супер. Все, мы около дома. Спасибо за просмотр. До следующего эпизода. Как бы. Надеюсь, что-нибудь нового вы для себя узнали.